В самое тяжелое время 125 граммов полагалось детям и иждивенцам, 250 граммов полагалось работающим и 500 граммов служащим и военнослужащим, которые были на территории Ленинградского военного округа. У меня бабушка была ребенком блокадного Ленинграда, ну, прабабушка. Она рассказывала даже вот то, что они вот кисели за обоев, это вообще, то есть она как-то каждый раз это рассказывает, вообще такие эмоции, то, что люди просто выживали, ну, вот реально, как могли. И то, что вот этот кусок хлеба, который им давали, это, ну, на самом деле, это очень мало. Мы должны об этом помнить всегда, всю жизнь, никогда не допустить этого больше в нашей жизни.